Станович, еще можно вопрос? Начался суд над Каримом Масимовым. Вы, наверное, слышали, да, знаете, все-таки это ваш человек много лет. Что вы можете сказать по этому суду? И кто мог за ним стоять, если действительно он виноват в этом? Мне тоже это очень интересует. Окончание следствия суда. Что явилось причиной и кто за этим стоит? Очень трудно. Масимов много лет работал со мной, но откуда узнаешь? Разве Иисус Христос рядом сидящего Иуду знал, что он предатель? Мы же не боги. Поэтому посмотрим окончание суда, и все мы, я думаю, узнаем истину. Все, спасибо большое. Ол соттың шешімін әділ деп ойлау керек. Әділ болмаса, оған сенбеген адам қарсы болып, өзінің арызын беру керек. Сондықтан бәрібір қайда барғанда да сот жүйесі шешет мәселе. Кому передал власть добровольно? Вы знаете, да? Конечно. Значит, я тогда еще сделал свой выбор. И выбор до конца. Я хочу сказать от себя, что сейчас очень нужно единство нашему народу. Независимость, конечно, есть. Государство построено, столица построена под моим началом, но еще много работы. Для этого нужно единство народа, которое будет трудиться вокруг одного президента. Это для будущего казахского народа, казахстанского народа очень важно. Надеюсь, наши люди это понимают. Всего доброго. Спасибо.